4 утра, суббота, 7 мая. Весь район спит, а мы нет. Отпуск начинается. Машинка уже готова. Лапулечка, заводи, поехали. Капитан, меня подождите. Время пути 10 часов 25 минут. Первая остановка. Штат Теннесси, буквально 1:20 езды от нашего дома, граница между штатом Кентаки и Теннесси, место отдыха. Пасмурно, идет такой легкий-легкий дождик, но это только утро, 6 утра. Едем дальше. Белазы из Белоруссии везут. Обычно, когда перевозят такие крупногабаритные грузы, всегда две машины сопровождения идет. Одна впереди и вторая сзади. Очередная остановка. Штат Джорджия. Рест-эрия, место для отдыха. Туалеты публичные, все бесплатно. Парковка с правой стороны. 6 часов дороги, Марина была за рулем все это время. Пьет. А, 4, да? Ну ладно, 4. Пьем кофеечек. Я никогда не смог. Я когда раньше смотрела, как люди двигаются по трассе, то было вообще не смог. А сейчас ключи не заберешь. Не заберешь. Ну что, девушка, путь дорогу? До видео. Да, все отлично. Все, поехали. Заправляемся бензином. Марина садится отдыхать, я за рулем. На $40 заправились бензина, едем дальше. Нифига себе. Мерседесики везут новенькие. Электромашины Риван какие-то. Ривиан. Прикольно. Алабама, мама. Едем по Алабаме. Очередная остановка. Штат Алабама. Место для отдыха. Решили остановиться немножко, размять ноги, отдохнуть. 2 часа в пути, и следующий штат уже Флорида. Алабама – это 4-й штат на нашем пути. Считаем Кентаки, Теннесси, Джорджия и Алабама. Так, Алабама пока. Едем дальше. Следующий – Флорида. Заехали на очередную заправку. Бензин 93-й, 89-й, 87-й. Дизель и 85-й. Остановились в Алабаме на еще на одну заправку. Вот такой длинный ряд заправок, 16 рядов. Заправка называется Raceway. Вот сейчас возьмем пепси-колу и едем дальше. Папа! Подъезжаем к нашим зданиям.
Где-то у нас здание с левой стороны. Кимченки. Ребят, сегодня ветрено. Приехали. Приехали. Вот это наши корпуса. Мы находимся в этом корпусе на 14 этаже. Сейчас загружаемся и идем наверх. Друзья, ну что, мы приехали. Вот такой у нас вид с балкона. 14 этаж. Это часть Панама Сити. Потом мы покатаемся, все покажем, расскажем. Вещи еще в машине. Мы с Мариной только зашли, посмотрели номер. Четвертое. Номер 14.02. Так. Сквозняк. Дверь открыта. Ну что, сделаем обзор сначала с кухни. Вот такая кухня небольшая, в принципе, достаточно. Нам будет здесь провести время. Значит, холодильник. Он пустой, двухстворчатый. Скоро мы его забьем. Плита. Посуда. Посуда все есть. Тарелки, вилки, ложки. Все это есть. Майкрове. Тостер. Посудочная машина. Мойка, кофеварка. Вот такой вид. Открывается на залив. Сейчас мы туда подойдем. Это комната, где у нас стирка, сушка, мойка. Ну, здесь куча всяких причиндалов. Так, закрываем. Идем дальше. Так, это туалет. Будет чуть позже. Вот такой коридорчик. Это основная living room. Вот такие большие высокие потолки. 14 этаж, это последний этаж, поэтому такие высокие громадные потолки. Очень-очень удобные кресла. Садишься. Ух ты, бумаги все сдуло. Наши. Садишься, оно раскладывается и просто вот там засыпаешь моментально. Мягкие диваны. Телевизор. Вот такое большое окно. Открывается дверь. И вот такой вид на эту красоту. И на Маришку. Привет. Вид, конечно, грандиозный. Так, ладно, идем дальше. Это был выход на балкон. Living room. Кухня. Это наша спальня. Мастер bedroom. Тоже высокие потолки, вентилятор, две тумбочки, а гардеробная достаточно большая. Выход на балкон, телевизор, тумбочка, стандартный наборчик. Так, здесь у нас лежачок, открываем дверь, побольше, лежак. Опять Марина. Так, теперь вид на эту сторону. Вообще сказка. Там с правой стороны далекий пирс. Туда потом, да, он пирс, в океан выходит, залив. Мы обязательно туда пойдем, посмотрим. Кстати, с левой стороны очень много людей, да? Ну, как много? Побольше, чем у нас. Я вижу кафешка. Да, вот эти зонтики, лежачки у нас ходят в номер. Две недели будем отопыриваться без всяких проблем на пляже. Так, ладно, я иду дальше, показываю наши хоромы. Так, это наш санузел. Зайдем вот с этой стороны. Раковина. На два человека две раковины. С этой стороны тоже маленькая комнатка для вещей. Туалет. Туалет, ванна. Туалет и... Ну, как бы джакузи, такая большая джакузи достаточно. В общем, все очень комфортно и уютно. Так, закрываем дверь. И вот выход сразу в спальню. Так, ну вот так. Хороший номер, шикарный. В процессе нашего отпуска покажем, как он будет обживаться, что здесь будет происходить. И, в общем, будет здорово.